Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Стаканчик, Васаби, Скромник, Енотка. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы взяли карту Лабиринт. Серега будет первый играть за монстров Хендерсона. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать в большом лабиринте. Погнали. Кто помнит, здесь на карте есть большие вышки, в которые можно залезть и троллить Сережку. Но не все знают подписчики, как в эти вышки добираться. Привет, Дима. Это не я. Это я! Слышь, а чё так быстро? Давай прекращай вот это вот ерундой заниматься. А чё ты так быстро ко мне пришел? Ты начал прыгать, да? Да. Да ну пожалуйста, дай. А я знаю, что... Я тебе дам по щам. Ты мне не сможешь этого сделать, потому что я буду убегать. Ребята, начинается веселье. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, и я тогда смогу прожить на 10 минут дольше, чем обычно. Нет. Серега, я не туда побежал, ты меня запутал специально. Ну помогите, пожалуйста, за мной гонится Минстер. Никто тебе не поможет. Да помогут пацаны. Никто тебе не поможет, тебе смерть придет. Ну пожалуй, о, это приближаясь к вышкам, мне это нравится. Ты реально сзади меня это все время? Ты дурак что ли? Я боюсь тебя. Ну пожалуйста, Серега, ну не убивай меня, пожалуйста. Я убью тебя. А что я первый должен быть? Давай я буду третьим. Потому что ты попался мне на глаза. Да какие глаза? Моргни надолго. Ну пожалуйста, Серега. Ну не, пожалуйста. А я по лестнице лезу. Ля-ля-ля-ля-ля. Ребята, отойдите, пожалуйста. Пожалуйста, отойдите. Ты дурак, что ли? О, а я здесь. Да блин! А чё я не сразу падаю? Это очень странно. Серега, ты где? О, одного убил. Стаканчик, давай, теперь ты, Сережка, должен нас убить. Мне так нравится, что я выживаю долго. Привет. Твоюшка, лошматки! Что ты? А ты так мне ничего не сделаешь. Ты должен просто упасть, правильно. Молодец, Серега, моя школа. А я сейчас позову такого челика, который тебе ляпаса даст. Ляща пропишет, да? Да блин, это нечестный монстр Хендерсона, ну Серега, ну пожалуйста. Я так лежу, отдыхаю. Я тебе тупо по щам дал. Ну давай я еще повыживаю, хочу еще повыживать. Ты сильно мне... Это свинья Пеппа, она читерская. Тем более, ты же не залез, ты залетел туда. А надо... Способность такая. Да какая способность, засуни я себе в одно место? Это способность. Я хочу и долго выживать. Так. Пробежим сейчас. Кстати, под этой картой есть лабиринт ночной. Может, какой-то хоррор запишем, где здесь будет Джейсон бегать в этом лабиринте. Кстати, хорошая идея. Так что, ребят, давайте 5000 лайков, и мы здесь запишем хоррор какой-то. Прям, знаете, жестко такой, прям интересный. Где будет куча убийц, и мы с Серегой вдвоем будем выживать здесь. Через правую сторону вообще, да, никак на вышке не подняться? Это ты задрал, это и вали. Это кто вообще? Да ты, Серега? Кто? Я, это стаканчик за мной бегает. Слышь ты, монстрейха Хендерсена. Блин, мне так нравится, когда я убегаю по лабиринту и понимаю, что сейчас я умру, но я буду держаться до посинения. Отлично, отлично. Он еще прыгает, хочет прыжком опередить меня и замочить. Но я твои все мысли вижу наперед. Это так не работает. Слышь, ты сзади меня прям ветер делаешь лапами своими, когда машешь. Но я не сдаюсь. Димас не сдается. Он будет играть до посинения и до последнего. Слышишь, ты? Да блин, я вижу его руки, они прям сзади. Помогите, пожалуйста. Серега, ты где? Я? Ищу тебя. А я бегу к вышкам. А хватит врать, тут чел за тобой бежит. Да ну пожалуйста, не говори правду. Вот уже минус еще один, не он ли он? Да вы задрали умираться. Да вы давайте тащите, как я. Че вы сливаетесь так быстро? Так, я, получается, под землей бежал вообще не в ту сторону. Скачем. Скачем со всей силы. Да блин, это тупик. Ты че? Чуть не убил меня. Аккуратно. Эй! Эй!
Помогите! Они меня где-то... Да они меня окружать хотят! Серега, ну скажи им, чтобы они меня не убивали. Ну не говори, что ты меня убьешь. Ну блин! Нет! Да ну блин, это... Блин! Все, хорошо, я буду с вами теперь, пацаны. Ну чё? Заметь, ты выжил очень хорошо, Дима. Да, я думал, я буду еще хотя бы пару минут держаться и дольше. Вон, на вышке две какашки. А, нет, три какашки. Давайте, прыгаем, все на вышку идем. Ой, блин, классно паркур. Я теперь понял, почему меня сразу нашли. Получается, перепрыгиваешь такие прям, ну, много лабиринта, кусок прям. Смотрите, сколько можно пролететь. Чпоньк. Главное разогнаться. А если ты умеешь управлять в прыжке, это влево-право, то это вообще офигенно получается у тебя. Так... Лезем на вышку, и давай я, Серега, их внизу буду ждать. Тоже внизу, вон два челики уже лезут за ними. Так, я буду шкериться внизу и... Вот! А, блин, это наш. Это я. Давай, спрыги! О, летит, летит, летит! Да ну иди сюда, давайте все за ним, все за ним! Хана ему. Убийцы монстры Хендерсона выдвинулись, ты ж... А, ты думал, так быстро? Да. Ну чё, кто еще там? Ванёк еще. Минус енотка. Ванёк! Ванёк, 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 иди сюда. Ванёк, почему от тебя так воняет? Ну, Ванёк, я тебя сейчас Ванёк. Ударю со всей силы. А как вы меня убили, если нажимаешь, и идет останавливание персонажа? Надо, знаешь, на смекалку. Слышь, ты смекалистый, иди сюда. Нет. А где он? В лабиринт забежал. Ах ты, крыса, мочите его. А там вообще в темноте ничего не видно. Темно. Прибор ночного видения. Да? Да. А, надо от первого лица только делать. Еще, получается, он один остался живой, все остальные умерли? Да. Да. Вот это прикол. Чпоньк. В лабиринте никого ничего не вижу. И я никого ничего не вижу. О! О! Просто кал. Ой, просто канал. Вижу, вижу. А, да, вижу его, прыгаю. Вот это прыжок веры. Вижу, вижу, у него скин сиреноголового, да? Нет, охранника. Нет, тут сиреноголовый еще бегает челик. Что, убил? Убил. Мы тут бежим. Мы бежим, бежим за своим кентухой, так он такой маленький. А ну иди сюда. Эй ты, блин, подсрачник тебе дать. Пацаны, давайте, вот окружаем его. Где вы? А вот мы этого челика пытаемся поймать. А где он? Так. Куда делся этот вонючий головой? Не вижу, не вижу. Надо свысока, надо прыжок сделать. А вон, вижу, сейчас его съем. Все? Не-не-не, он живой. Вижу, вижу его. Так, если он сейчас будет тут бежать, он вот здесь пробежит. Так, слышишь ты, я тебя хочу убить. На тебе. Надо наперед брать его. Наперед брать, мы же назад. Да ну блин, промахнулась. Все, ой, ай-яй-яй, красота. Че, пацаны, давайте вы все против меня одного. Только я лечу на вышку, и вы должны меня все замочить. Будет хорошо. Интересно. Когда я против семерых монстров Хендерсона. Можете любых брать монстров Хендерсона, кроме свинки Пепе. Монстры Хендерсона? Окей. Ну чё, ребята, я один против семерых. Посмотрим, сколько времени я продержусь. Так, наблюдаем. Мы runaway за Димасом. Дадим так, один уже поднимается. Нельзя, нельзя люлей давать. Ля-ля-ля, дам я люлей Димасу. Зацепляйся! Зацепляйся, зацепляйся это за эту лестницу, говняную. Получится. Да ну блин, да ну подождите, дайте пройти. Да блин, я так хотел там побыть, вы мне не даете пройти, я же переживал. А я бегу по лабиринту от пацанчиков. Ля-л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 я. Нет, пацаны, это так не работает. Я буду выживать до посинения. Так, лезем опять на вышку. Все-таки у меня удалось каким-то образом, чудом, от них сбежать. Ну, и все получается по красоте. Че, ты ж мне ударить на лестнице не можешь. Я использую баг. Как вы меня ударите? Никак. Уверен? Да.
На тебе, подыхал. А что ты не улетаешь? О, да как? Да ну как? Я ему на голову встал и убил тебя. Ну чё, последняя битва. Все монстры Хендерсона, каждый сам за себя. Ну чё, Серега? Давай, я тебя сейчас буду мочить. О! Давай, иди сюда, иди сюда. Уже одного завалил. Кто Серега, следующий? Ты сильно наигранный? Да, я профи. Давай, иди сюда, иди. Сышь, да? Сышь? Да ну вас в жопу. Ой, как красиво, Серега. Вслепую, драка вслепую, Дима. Не-не-не-не-не, я вслепую не хочу. Да давай, беги. Слышь, из-за твоих этих штук у меня аж этот дрожит весь экран. Так это артиллерия же. Нельзя быть артиллерией. Шо ты? Так. Не, я в дымовуху не пойду, сильно стрёмно. Кто проиграл, не участвует. Посмотрим, кто останется последний. Отлично. Серега, надеюсь, мы с тобой вдвоем останемся. Я уже давно умер. А, тогда я буду сейчас следить, как я убиваю других. Да ну иди сюда. Да ну, Ванек, ну что ты мочишь? Так, кто у нас остался? Кто же самый сильный монстр Хендерсон? Наблюдаем. Так, просто канал, вроде мы замочили его. Или нет? А я замочил его. Ой-ой-ой. Так, ребята, покажу, как правильно вообще делать взрывы. И закидываем ракету, и она сейчас в воздухе полетит. Да, Правильно ты, Димка, делаешь. Я все правильно делаю, я профессиональный взрывальщик. Хорошо, есть вот такая бомба у нас. И мы ее вот так берем и в лабиринт запускаем. Ты наверх, Дима. Дима, ты наверх посмотри, что там. Fucking shit! Ой-ой-ой. Сегодня мы играем очень классной карте, называется Балди, и будем убегать от монстров Хендерсона. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, давайте, все просили, чтобы мы заспамили вот этих чили-пиздрих с ножичками. Поэтому, ребята, все, что вы просите, мы будем делать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, пока они бегут, я увеличу лимит на NPC. А, уже? Уже. Хорошо, хорошо, давайте быстрее увеличим лимит на NPC. Так, вот так. У меня скин Among Us. А мы бегаем, скачем. Опа. Я слышу, как кто-то замочканулся. А мы просто будем гулять. Оп, я вижу. Зачем ты их сюда ведешь? Не-не-не-не-не, она телепортируется. Чтобы она не убила, надо просто сюда бы не хопить и идти прямо. Тогда она тебя не сможет убить. Надеюсь на это. Давайте проверим, моя тактика верна или нет. Уже чикает ножичком. Наверное, не верна. Как она достает так быстро? О, телепортировалась. Видели? Видели? Ах ты, чили-пиздриха злая. Давай, давай, от нее не убежишь. Че, пацаны, вы где? Давай, раздвигаемся. Раздвигаемся. Карыч, мне тебя жалко. Мы тоже замочили. Так, давайте от других монстров поубегаем. У нас их очень много. Давайте от этих лилипутиков, они очень смешные. Пацаны, пацаны, толпа лилипутов. Все, сколько там у нас? 25 NPC. О, пошел. Что он будет делать? О! Ого, он с одного раза убивает. Прикольно, и пошел. Сильные лилипуты, однако. Да. Они ваншотят. Ты видишь, что они делают? Психи какие-то. Но при этом они медленные. Эй, ты не убивай меня, я свой. О, дверь закрыта, успешно. Папайрус так ходит. Думает, что вы хотите от меня, мужики? Не, они не интересные. Я хочу, чтобы было жестче. Они умные, они двери открывают. Да, а, кстати, эти монстры Хендерсона, они все какие-то очень умные. Как насчет паука-убийцы? Да, это жестко. Да, давайте еще и другого паука поставим. У нас есть такой паук, есть такой. О, сожрали, отлично. У него скромник телепается. Танцую, танцую, я чамбу, ля-ля-ля. Прикольно танцует, мне нравится. Давай, давай, ты сможешь.
за гули охотиться. Так, интересно, они придут сюда, откроют калитку? А, их всего двое, давайте еще добавим. А давайте поставим... каменный дотик очень мощный. Давайте поставим... О! В друг друге, да, поставил? Молодец. Так, их надо рассоединить. Давайте заново. Так. Чпоньк. Эй, я твой же, я твой создатель, не мочи меня. Так, стоп, сон, не заготовлено у вас? Да, это не та команда. Отлично. Я родился. Пацаны, ну чё, где они? Я слышу какие-то звуки, открываю... Эй! Слышь, псих, отвали. Ого! Чё это за звук? Это они издают такой звук? Когда мочат или что это? Давайте проверим, сюда сможет дойти? Он сможет. Я испугался. Во, а тут ты меня не убьешь. Добавили звук. Слышите, когда дамажит, звук идет прикольный. Эй, трупейшн летающий. Он дверь открывает. Бошку тебе стреляю. Ладно, пошли. Прыгнет, не прыгнет? Молодец, прыгнул. Сюда достанет? Не достает везде. Какой-то вообще неадекватный, помогите. Пацаны, вы где? Я вам веду одного тут добряка. Это вообще трупейшн акула валяется. Вставай! На работу, Иржан. О, привет. А зачем ты его ведешь сюда? Эй, везде они. А что за звук? Это кто-то ногой двери открывает, наверное. Эй, на тебе, там сюрприз бежит. А, его нету. А, нет, он есть, он есть. Бегите, глупцы. Давай сюда, сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Так, я пробежал. Все, он сюда не пройдет. Он не догадай. Блин, он догадался. Вот жопа. Я буду вокруг столов бегать от него. Убил. Убил. Фух, он на меня не переключился. Да зачем? Зачем ты его сюда ведешь, этого жопу? Эй. Эй, вокруг стола буду убегать до посинения. Я тебе не дамся живым. Помогите! Помогите! Блин, я запутался, когда один остается, я сразу начинаю нервничать. Сильно. Прошел мимо. Блин, они двери открывают и закрывают, это нечестно. Эй, пошел, пошел, пошел. Сюда. Сюда. Пацаны, заходите все в комнату. Будем выглядывать их. А он так не достанет. Стол большой. Но не достанет сюда. А где вы? Вот мы в комнате. Слышите? Звук конченый издает. Значит, он идет к нам. Приближается. Вот он. Давайте проверим, достанет или нет. Они вдвоем хотят зайти. А, зашли. Зря ты это сделал. А, нет. Ого, ты видел, что он зачудил? А, они... Ах ты жопа. Они меня не убивают. Они под столом. Блин, они везде, да, достают? Очень прикольные минстры. Кто у нас тут еще есть такой челепист? Челепиздрик какой-то. На меня сразу. Че, он будет ходить по этому? А, он стоит, он застрял. Хорошо, давайте на улице его поставим. Эй, курича ноги, а отвали. А, не может, слава богу, он сильно высокий. Так, давайте еще поставим каменного. Не, он очень... Эти монстры реально крутые. Тем более этот ТПХЦ может, от него никто не уйдет. Че, пацаны, выживаете? Сыкотно. Ой, я вспомнил, мне надо хлеба купить. Сюда идет еще парочку. На улице большие монстры ждут, так что, ребята, прошу на улицу. Встреча состоится успешно. Папайрус, папайрус. Все сюда, все сюда. Встречаемся, знаете где? Возле батута. Я-то туда иду. Ого, а что он тут до сих пор стоит и не тпхнулся? О, может, может, но не тпхается почему. О, тпхнулся.
Где? Где? Эй, жлобогокс! Отвали от меня, я чужой, ой, я с добрый. Фух, он сюда не может зайти, и ты пэхнуться сюда не сможет. Ура. На машинке ездит. Да? Это не поможет. Че, пацаны, может давайте оружку будем использовать? Сейчас я их поставлю, сделаем войну. Готовьтесь, сейчас будет очень жестко. Кого же поставить? А сколько? Летучий, не, давайте поставим. А кто у нас, помню, мощный был? Может, курицу? Пошла жара. Я убил. Давайте проверим, дамажит она или не дамажит. О, с одного раза дамажит. Нифига себе. Бешеная курица. Опа, King of Fire мочит. Карыч мочит. Все пацаны их мочат. И я иду мочить. А ну иди сюда, курица вонючая. Да, такую курицу я бы не хотел в реальной жизни встретить. С одного раза мочит. Разлетаются в разные стороны, да, кишки из жопы? Все? Всех убили? О, вот они, на батуте. Эй, я их боюсь. Ого, они крутятся. Отвали, курица! Ого, трупейшн разлетается. Хорошо, война была пройдена успешно. Война, волна следующая. Ну, конечно, будет пожестче. Не знаю, как пацаны протянут такую волну, не затянут. А, я помню, если их поставлю много штук, мы залагает игра у нас. Бензопилисты в ход. Чпонь. Ух ты, сразу пошел. Отстань от меня. Ого, сука, здесь пауков. Они позастревали. Их наставил фиг знает как. Или они сами прыгали и застряли. Они вообще убиваются? Да, наверное, убиваются. А может и не убиваются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пошел. Пацаны стоят, просто сливаются. Хотите, я вам помогу? Сейчас. Прощайте. А их не убило. А что за план Б? Вот такой. Ух ты! А их не убило. Я знаю, короче, этот пак, я покажу сейчас, ничего не взрывайте. Окей. Есть у меня пак, который их убивает. Все знают это. Даже дети. Посмотрим, сможешь ты нас убить или нет. Ребята, вы его видите? Он побежал. Да я вижу, бежит. Кстати, если ты будешь перепрыгивать стенки, ты к нам быстрее придешь. Да. Давайте посмотрим зум на какой. У нас на камере. Прыгает. Стрекозел. О. Кстати, пацаны, он сейчас быстро к нам придет. Готовьтесь. Он уже практически пол лабиринта прибежал. Так, приближается монстр. Ребята, сейчас будет что-то интересное. Потому что кто-то все-таки проиграет. И в конце, как обычно, у нас останется один выживший. И миллион монстров Хендерсона. Он поднимается. Я перепрыгнул заранее, сразу. А он сейчас не сможет попасть четко прыжком, смотрите. Ой, блин, давай все, Миша, вся фигня, давай по новой. А, кстати, там кто-то этот спрыгнул вниз уже. Можешь мочить, вон они внизу бегают. Ладно, поднимайся. Я уже перепрыгнул как раз на ту вышку, где ты бежишь. Ой, чувак со снайперкой, сейчас тебя он убьет. Я бы рекомендовал тебе промахнуться. А, я думал, ты промахнешься. Ну что, ребята, смотрим, как он опять упадет, смотрите. Блин, ребята, это очень весело. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. А мы сегодня поугараем и повеселимся. Там еще один упал. Я вижу. Упал. Да что ж ты падаешь? Бей его, упал. Быстрее за ним. О, отлично, ребята, битва началась там. Скорее всего, не битва, а просто веселая погоня. Так, на эту сторону. Чекаем все внимание. За ним. Быстрее, он не успеет. Спрыгнул. Я вижу. Так, спрыгнул. Пошел на нашу вышку.
Так что там происходит? То тот вверху, то тот внизу. Непонятно, что происходит. Так, они к нам. Ребята, готовьте спрыгивать? Да не, перепрыгивать. Ой, камера же зазумленная, было, кстати, неудобно. Опять вниз упал. Ребята, это симулятор падения. Я даже рад, что мы выбрали Муфа, потому что он говорит, я играю профессионально, я сейчас всех замочу, давай. И себя тоже. Опять поднимается. Классно, что вышка долгая такая, длинная. Есть время перепрыгнуть. Отлично. Смотрите, как он сейчас перепрыгнет. И опять мимо, смотри. А! Ё-моё! Ёшкин матрёшки! Как ты выжил? Я выжил, да, кстати, я выжил. Так, я поднимаюсь на вышку, пацаны, я поднимаюсь на вышку. Скелета давай. Сейчас было 35 хп, сколько у тебя? А, каждое падение по 10 хп отнимается. Все, я поднимаюсь наверх, пацаны. Угу. Ой. Отлично, отлично. А где он там? Буль, не надо, маг, пожалуйста. Нет, я давай наверх. А где он? Я вообще его не вижу. Вот он перепрыгивает. Ребята, это реально смешно уже. Буль, ну спасибо. Так, ну что, он опять поднимается или нет? Так. Маф, ты где? А где он? Я его не вижу. Вот он гоняется за пацаном. Уйди, не он ли он? Так, смотрите, что он хочет сделать. Опять поднимается. Он еще никого не убил ни разу? Нет. Пацаны, кто проиграет даже естественно смертью, тоже стоит монстром Хендерсона. Потому что вы будете прыгать, и в итоге так нечестно будет. Чтоб вы боялись умереть. За каждое падение 10 хп. 9 раз падаете, на 10 умираете. Сколько у меня вообще хп? У меня 25 хп? У меня мало жизни, я еще один раз могу спрыгнуть. Ну, два и все. О, косожоп. Ну что? Он упал? Да ты что, издеваешься, что ли? Ты что падаешь? Нет. Это выживание на вышке, очень прикольно получается. Так, ну что, он опять лезет или не лезет? Давайте возьмем камеру, чтобы можно было зумить. Ходит, псих, прыгает. Так, пошел сюда. Ну что ты, никого не можешь убить? Так, взяли сегодня неумеху, который очень плохо играет. Так, опа, считай, попал. Еще чуть-чуть. Да, не он ли он? Не он ли он? Теперь два монстра? Блин, они теперь могут две вышки одновременно залазить. Да. Блин, это, кстати, очень так честно. Так, давайте поставим здесь спаун, чтобы было интереснее играть. Так, монстра Хендерсона нету еще. Hello. Отлично, я спрыгнул. Я перепрыгнул. А где он? Блин, да я не увидел. Да серьезно, да ну блин. Да ну блин, как всегда так красиво умирать, надо еще уметь. Да блин, ну это было четко. Хотел спаун реально поставить, но не получилось. Ну чё, давайте тоже берем монстров Хендерсона. Теперь пора показывать, как надо играть. Пока. Ну чё, бежи. Ого, там уже и черви вонючие. Прыжок. У нас разгончик уйдет. Это классно, перепрыгиваешь далеко. Так. Разгон. Прыжок. Во. Кстати, надо вот сюда с краешку. Все, я выхватил, как быстро перемещаться на этой карте. Отлично, ребята. Теперь вообще жир. Чё я раньше не догадался, что так можно? И не надо прыгать. Ну чё, пацаны, идет убийца настоящих игроков. Где вы? Сюда иди. А чё, всех убили, что ли? Не знаю. А где вы? Я живой на вы. Ладно, нет, я спрыгиваю. Не все. Прыгиваешь, да, говоришь? Не все на вышке. Убил? Я уже слез. Ой. Есть! Бульбазавра убил! Ребята, лящ мира. Еще кто-то есть? Да, я. А где ты? Я вижу вас. Я на спавне. Ты на спавне? Да. Так мы сейчас к тебе придем все. Ты знаешь, как можно прийти к тебе быстро? А я его не вижу. Вы видите его? Так, внимательно. Вижу всех прыгучих.
Прыгаем. Нет, нет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй, ты чуть-чуть. Нет. Ты на спауне, да? Нет, я Ой, уже Ой, место побежала. Классное. Ребята, вот это нычка. В следующий раз мы, когда будем играть в прятки, вот это будет нычка века. Так, ну что? Где он? Где этот подлец? За мной. Вижу. Ах Нет. ты! Сейчас, ребята, мы его накажем. Сейчас только и меня еще накажут. Так, смотрите, сейчас он будет бежать сюда. Ах ты, говно, в ночной лабиринт забежал, ребята, ночной. По теням видно, где они бегают, смотрите, вот тени. Прикол, вот. А где еще кто-то? Никого нет? Вон он, что ли? А нет, у нас игрок. Блин, пацаны, мы его теперь не найдем в ночном лабиринте. Все, убили его? Нет, нет. Это ты еще живой, получается? Я еще живой, да. Ой, здравствуйте. А где ты? Мы в ночном лабиринте. Так там же нифига не видно. Я иду тоже туда, что ж делать? Надо ж мочить, помогать пацанам. Ты, тварь, а? Так, надо как-то наперед думать. Смотрите, если сейчас он будет бежать сюда, я нажимаю удар. Ах ты. Как все хотят его убить, и все гоняются за ним. Ну, ребята, как всегда, лучше удар за мной. Ну что, ребята, теперь играем каждый сам за себя. Кто выигрывает из монстров Хендерсона, тот лучший игрок. Кто проигрывает, ждет, пока другие сыграют и не берет никого. Просто ждет. Ну что, давай, кто тебе против меня? Иди сюда, червяк вонючий, иди сюда. Следующий. О, я проиграл, блин, я так хотел, чтобы в конце ролика я был красавчиком. Сейчас, ребята, я вас всех убила. Да нет, ты не сможешь всех убить. Давайте, я кто остался еще? Я. Кто остается последний? Кто выиграл? Не, иди сюда. А еще вот, да, ребята, еще у нас битва здесь. Ой-ой-ой. Бульбазавр лучший? Да ладно, реально красавчик. Мне нравится то, что ты выиграл. Ну и по старой традиции. 3, 2, 1. Прощайте. Сегодня у нас здоровенная карта лабиринт. Будем убегать от монстров Хендерсона. Если верите, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Так, пацаны, сегодня у нас будет с маленького монстра и до большого. Сначала вот такой. Ну что, сначала убегайте, наверное, в лабиринт. Потому что сейчас будет очень жестко. А давайте я сразу вообще его включу. Погнали. Так, подожди, я думал, он будет за вами бежать, а он за мной побежал. Так, Серега, давай встречаемся, знаешь где? Где? На том свете. Согласен. А где он? За чашечкой чая. О, пробежал мимо. Так, ну что, отлично. Вот ты, блин, за мной побежал все-таки. Давайте сейчас проверим, как он убивает. А, он съедает. Да. И чё? И все, и съел меня, отлично. Давайте тогда поставим их побольше. Вот такого поставим. Вот такого поставим. Ну чё, погнали. Ребята, три монстра в лабиринте. Так что, если вы их убедите, бегите. Он телепортируется, кстати, это хороший знак. Стрёмно, да, по такому лабиринту бегать? Тем более, лабиринт очень высокий, и убежать тут просто нема куда. Ого, ты что это было рядом? Эй, чё... Да ладно, он очень быстрый. Вы видели, как он быстро бегает? Дима, а он это? Увеличивается в размерах потихоньку сам. Когда мочит? Да, походу. Ну пусть увеличивается потихоньку. Посмотрим, вот жирная жопа не пролезет потом в лабиринт. Так, а куда бежать? Просто будем бегать здесь по кругу? Да. Я хочу найти... Вон умный челик залез на мостик. Так, я хочу найти этот ловушку и стоять, чтобы он туда упал. И сдох. Да, пока я больше троих спамнить не буду. Просто повыживаем пока так. Посмотрим, насколько они умные. А чё никто не умирает? Может, они обиделись? Они знают каждого, где кто находится. А ты где, Дим? А я не знаю. Я бегу, 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 тупик. Бегу, бегу, бегу. А ты подстреляй вверх. Или с базуки вверх выстрели, я, может быть, увижу. С базуки. О, давай АР-2, смотри, шар. О, вижу. Вижу. Стой на месте. Стою.
Надеюсь, монстр Хендерсона не прибежит. О! Все, давай вместе повыживаем. Включай фонарик. Погнали. Так, а где ловушка-то, ты не помнишь? Да, да, один мостик на мосте. Один мостик на мосте? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Опа, я слышу кого-то. А, это по мостику передвигаются, пацаны. Такой звук металла. Димас, беги, беги. А что, он там? Да. Так давай, беги тоже. А где он? Не вижу его. Сейчас. Сережка. Опа, опа, а чё он скачет, как стрекозол? Короче, ребята, да чё ты ко мне идёшь? О, Серёга, он за тобой побежал. Эй, не надо его сюда, пожалуйста. Ого. Нет. Да вы психи, что ли? Серёга, они уже красными какими-то кабаками бросаются. Они, короче, я так понял, если тебя съедают, они становятся больше. Это отлично. Посмотрим до конца ролика, насколько они увеличатся. Мне даже интересно посмотреть. Вот он съел челика, у него была вторая фаза, потом чё? Он убил тебя, у него фаза третья стала. О! Да блин, я в ловушку попал, говно! Как так, он не упал, а я упал? О, давайте тут будем стоять, посмотрим. Опа! Давайте, ребят. Он упал в ловушку, Серега! Да ладно! Он живой? Да он выбрался, как-то он вы... Да как он это сделал? Он, короче, с жопой его провалилась, а потом как-то вылезла сама. Он на обход пошел. С другой стороны хочет обойти. Фух! Да, они в ловушку не хотят падать, они знают, что она здесь. Оп. Оп. Серега, Серега, они когда идут резко, они разворачивают. Беги, беги, беги. А! Фух. И чё, и чё, и чё? Я его заманил, я его заманил. Упал, 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 вот это было очень близко. Вы видели, насколько? Сережка, а Серега, ну блин. Я думал, это челик какой-то. Один в ловушке. А ну чё он там сидит, Я вижу, он хочет выбраться и злиться. Да бомжярья! Он съел тебя? У меня скинул подсрачником. Побежали. Может, туда С4 накидать? Не надо, не надо. А, ну давай, может, его просто разнесем? Подождите, я уже забыл, куда бежать до ловушки. Нет, не сюда. А где эта ловушка? Вот! А ну давай, Серега, взорви его. Подлеца этого. За то, что надо он побольше, нам. Побольше, побольше, побольше. Я, короче, стою на шухаре, смотрю, если. Ты что, упал, что ли? Меня убил кто-то из них. Может, он убивает на. Он убивает на расстоянии с ямы! Вот это жопа! Ой, это я тебя убил! Понял, понял. Паркурим со всей силы. Я уже помню, куда бежать даже. Ого! Сава Питер, ну зачем ты лезешь? Я уже думал, тут челик бежит. А че, их больше нету, что ли, на карте? Да там башни. Они, видимо, бегают за кем-то другим. Так, мы пока тут постоим, повыживаем. Пока мне все отлично. Да вы что все туда падаете? Вы что так себя не жалеете? Че, мы его не убить не можем? Че вы все падаете туда? А он его убить не может. А потому что у него маленький скин. Тю, блин. Это этот, кэт-дог. А он у него на голове стоит. Да вы что туда все падаете, хлопцы? Давайте все. Ты пошел, и ты пошел. О, давай тоже попробую на голову ему встать. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Серега. О, я на голове стою. Ля-ля-ля-ля-ля. Прикольно получается. А че, он реально не может убить, когда на голове стоишь у него? Походу, он это... тупой. Очень странно. О, Дима, я у тебя на голове. А я у тебя. О, вот это нормально. Выбираемся, пацаны. Пирамида, пирамида. Давай залази, досик. Ладно, пусть мочит меня. Ух ты. Так, хорошо, давайте я тогда удалю. Раз, два, три. Они все были живые, оказывается. Я думал, все-таки кто-то умер. Так, пацаны, сейчас поставлю много штук одинаковых, очень жестких. Только я их поставлю посреди лабиринта, чтобы было намного интереснее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь монстров, каких-то неадекватных. Ну что, Серега, пошлите все вместе. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Они бегут все. А как выживать?
А вот выживай. Вот это жестко, я даже не хочу возрождаться. Пусть сначала убежит. Вот это он быстрый. Да ты задрал, урод! Серега нереально жестко мочит. Ой. А, ты с помощью меча прыгаешь. Ах ты хитрый. Молодец, моя школа. Вижу. Ой, тут паук. Это павук. Павлук. Опа! Павук. Они, получается, этот... Яму не могут перепрыгнуть. Они бегут, они башни бегут. Только они будут сюда бежать, и яму перепрыгиваю. Серега, или ты сюда? Опа! Дима! Да. Лучше туда не иди. А чё там? Вон они. Давай! Да ты смотри, что он делает. Ну давайте все-таки будем тут стоять смотреть. Как только они бегут, я сразу... Да блин, вы задрали, я уже боюсь игроков настоящих. Опа, опа, опа. Чё он из этот? А, на расстоянии же может убить. Я в яму падаю, Дима. Бегут! Упал! Да ладно, он перепрыгнул яму! Ах ты, зараза такая, а! Дима, смотри, у него на голове. А Серега, ты может задержишь, пока я мимо пройду? Ай, ты меня ждешь! Извини. Сейчас, давай я пройду как-то аккуратно. Может, я и другой дорогой. Да зараза такой! Отвали, щенок! Как на мостик попасть? Что-то я не могу. А, я сам себя в тупик загнал, да? О, приближаюсь. Надеюсь, дадут. Ладно, хватит мне прыгать, я буду бегать, как вы. Давай, Сережка. Все в башню? А то... Так, поднимаемся, ура, я в башне. Ну чё, где они? Сейчас к вам прибегут или за мной бегут, потому что я тут снизу бегаю еще в башню. Я их не вижу никого, видите? Бежит. О, а он не может подняться. Вот дурак, блин, убивает какой-то кабакой красной. Напердел. Это вот насрал и напердел вместе взятые. А, он такой лучом стреляет. Да, вон он, блин, ой, меня замочили. Так. Очень быстро. Мне кажется, от них вообще не убежать, да, от этих челиков? Бесполезно бежать. А! Это задрал! Чмошник! Димас, я заметил то, что они походу эволюционируют. Уже до фазы четвертой. Так, сейчас я еще поставлю этого же типа, только немножечко слабее. Готовы? Давай. Сейчас. О, я их вот тут поставлю, на вышке всех. Нет, не нравится. А чего так много? А я это много, да, поставил их? Не знаю. Веселимся, ребята. Штук 20 поставил, надеюсь. Утаки сюда. Но они не убивают с одного раза, они убивают с двух ударов. И они не такие быстрые, как кажется. Ой, ну слушай, ну какие-то нет. Черепахи. Черепадлы. Я на башне наконец-то, аллилуйя. Они сейчас за мной идут. Так, а я стою здесь. О, уже идут, ого, их там. Ребята, помогите. Они на мосту все. А ну, придавит меня? Давай, закрывай. Закрывай. Да что ж вы? А может, давайте их все в бункере просто. Чего ты? Да что она не хочет? Подожди, давай его выманим и закроем. Давай. Он такой, дальше не сильно-то и мощный. Он открывается сразу само. Стоп. Давайте я его выманю, Да он за мной агрится, подлюка такая. Блин, подмога пришла. Еще один. Пацаны, я пожертвую собой. А, мы тут не одни. Ох, их тут. Вы в бункере все? Все, не выходите. Да. Не выходите из бункера. Я сейчас возьму кое-что сделаю. Проверим, умрут они или нет. Все. Так, Гренвич. Исчезли. Не, типа. Не исчезли? Исчезли. Нет. Сейчас проверим, выживут. Бункер спасет вас от взрыва или нет? Я в самом низу бункера, я живой. Вам слышно, что взрывы идут на карте? Нет. Да, вот. А чё они не умирают? Ни один не умер. Неправильно ты бомбу взорвал, дядя Дима. Сейчас. Ой, что творится снаружи. Пацаны, я к вам. Тут пропы колбасит, Дима, тут ты шкафчики все перевернул. Ну так это ж нормально, все сходится.
Лёжа тут. Давай ты, давай, какую ты бомбу можешь взорвать? Очень прикольные монстры. Напишите в комментариях, как вам эти монстры? Мне показалось, что они очень прикольные. Своеобразно, у них три вида есть. О, давай, Серега, стой. Давай мы сейчас сделаем последнюю стычку. Я поставлю самого главного из этих боссов. Давай. Поставлю три штуки. Раз, два, три. Ой-ой-ой, надо в лабиринт. Вот вы задрали. Они по лабиринту бегают. Не-не-не. Не могут, да, пройти жиробасы? О, нет. Ого, а что, прыгнул, что ли? Угу. Они подсадку друг другу делают, представляешь? Угу. Да ты задрал. Серега, давай, взрывай их. На одном спауне все спавнимся. Они не дают нам возродиться. О, я вижу, Серега, бомбу берет. Ой-ой-ой. А что это за бомба? Это не та, это не та бомба. Кстати, его очень сильно откинуло. Прям ДБЛ так откинуло. Да вы задрали, монстры вонючие. У них прям красная полоса за ними идет. Так, я отлетел подальше. Серега, я вижу, бомбы летят. Ну что, прощайте, монстряки. Ой-ой-ой. Да, умерли, наизично. Ух ты. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай! Кабум! Ого, кабум! Сегодня у нас очень классный ролик, потому что я играть буду за монстров Хендерсона в здоровенном лабиринте. И я буду один монстр, а все остальные должны меня замочить. Ну и, конечно, я тоже их должен высмыкивать по очереди и валить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, Серега, давайте проверим, могу я убивать вас? Отлично, я могу вас убивать. Извини, обстоятельства, я не хотел это делать. Ну а что делать? Так, Серега. Можно использовать любое оружие, кроме админского пистолета и что-то такого, прям, которое может убить всех. Правильно я говорю? Или неправильно? Правильно. Так, а я пока скачу на вышку. У меня очень большое преимущество, я сейчас буду с вышки пацанов по очереди высмыкивать и мочить. Я люблю это делать. Это я моя мечта. Так, чуть заблудился я. Ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, и скорее всего, когда я уже это говорю, на канале миллион подписчиков. Всем спасибо, кто подписался на мой канал, я очень рад. И ждите стрим, потому что сначала выйдет ролик, а через пару часов выйдет стрим. Так что, всем спасибо и ждите стрим. Ура! Я на вышке стою и смотрю, как кто-то ходит. Я сейчас попробую сдалека допрыгнуть до него и замочить. А, говори свои последние слова. Эй, ты что за оружие у тебя кончено? Ты сейчас сам себя убьешь. Так. Слышь, а ты где? А, жопа. Кстати, у меня не так много жизни, как я думал. Придется тебя как-то по-красивому поймать. Так, ого. Потихонечку выносишь мне жизни, я вижу. Так, надо сосредоточиться, потому что я... Очень расслабленно играю. Надо мне его убить. Сережа, ты что, чего? Я из гранатомета по тебе полю. Подожди, я понял. Давай проверим, режим полета не включен, чтобы пацаны не летали, потому что это будет нечестно. Вина. Так, вырубил. Я лечу сюда. Ну, скорее всего, это прыжок, но очень похоже на полет. Так, надо кого-то еще убить хоть одного. Ого, мне дали посрач. Вот это он, Серега, улетел. Фух, вовремя я слинял. Слышу, оружку кто-то выдает. Надо его поймать. О, вижу челика. Надо его красиво выловить. Подождите, а что я могу еще делать? Ничего не могу делать. Так, NPC включены.
А, вот, вот так надо, наверное, надо сделать. Вот. Серега, а какой у тебя скин? Папайруса, да? Да кто на меня бомбу нацепил, идиот? Мочите, Серега. Ого, кто-то красивыми стреляет штуковинами. Так, Серега, я сейчас тебя убью. А, если я зажимаю пробел дольше, я выше взлетаю. Тихо, тихо, теперь хорош. Так, Сережка, я иду за тобой. Иди, Спайдермен. Эй, иди сюда, щенок вонючий. Такой звук металлического человека, как металлический люк канализационный. Я вижу человека. Я вижу человека. Готов его убить. Монстры Хендерсона против людей. Иди сюда. Ты решил самоубийство сделать, думает. Не-не-не-не-не. Ой, красава. Пропрыгал мимо. Ах ты жопа! Ты мое местоположение выдал. Придется тебя наказать. Ах ты. Ты думаешь, ты выиграешь меня? Я буду тебя преследовать до посинения. А где ты? Стреляй. Упал, 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 упал. Чего друг друга мочите? Дайте я буду мочить. Ребята, убегайте от Димаса. Прощай. Беги. Просто вот это нормально. Пойдет. Улетел. Такие сальтуки пройдут. Кстати, у меня очень мощный удар, да, Сережка? Ваншотит. Просто надо попасть еще, прицелиться, а не так уж-то и легко. О, давайте вот таким видом. Ах ты, блин, это больный пузырь какой-то. Я давайте сюда схожу. Ой, ничего не видно. Ай-яй-яй-яй-яй. Да блин, я сейчас умру. А если я умру, я возьму другого монстра. Ребята, оттуда, бегите оттуда. На, двоих сразу. Вот это было мощно. Ай, Серега, это воздушный удар. Да. Это же читерский удар. Нет. Пришвет, пришвет. Давай, ПВП. Кто кого? Да. Надо валить, надо валить. Все, я побежал по лабиринту. Ого, Серега, ты чё? Ты чё такой псих? Нельзя аниматроников брать, это нечестно. Кто аниматроников берет, тут банится. Да, тот умирает сразу от меня и банится. Сам. Воу. Так, Серега, что-то я тебя не убил. Я тебя не вижу просто. Ты откуда я мочишь? На башне тебя стою. А, я иду к тебе, жди меня. Ты что такой наглый? Серега, я же к тебе по-хорошему, ты чего? Ну и я по-хорошему. Никак это ты по-хорошему, что ли? Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Я хотел к Сережке западло сделать, но я это сделаю. Я иду на вышку, все, иду, иду, иду. Серега, тебе повезло, знаешь, что я хотел сделать? Я хотел цунами большой запустить. Так ты реально взял, предотвратил, прописал антицунами команду какую-то. Да блин, дайте допрыгать, ладно, все, шутки прочь. 100 жизней, еще хоть бы одного замочить. Давай, заходи. Я иду к вам на вышку, пацаны. Сейчас, сейчас, я просто разгонюсь. Во, мега прыжок. Отлично. Ну что, я приближаюсь. Да, попадать не умеешь. Ты права купил. О, это ты хоть стрелять научись. Ага, это он отомстил меня. Вы что, там базу уже построили? Хорошо, давайте. Это ваша будет база, я должен, короче, дойти и замочить вас. Вы готовы? Это будет... О, может такую какую-то рубрику сделать, типа защита башни. Так, так, так. Tower Defense, Серег.
Ладно, хотел западло вам сделать. Тебя там подарки ждут. Да, хорошо, я иду. У нас еще есть сиреноголовые. А этот сиреноголовый. Я специально тебя убью, что ты тут у нас появился. А, прыгать не может этот кусок говна. О, все, видишь? О, я прошел. А, это... А, кстати, я забыл одну фишку, у меня же 500 000 жизни. Ах ты. Ого, вас тут. Вы взорвете свою базу, что ли? А, вам нифига здесь не происходит. Вы чё? Серега, это же нечестно. Это нечестно в ноуклипе летать. Так я застрял в текстурах. Так ты такой сам виноват, что ты жирного взял. Да блин, надо другого взять монстра. Этот монстр читерский. Что ж ты, Серега, взял такого мощного? Ну, сказал мне брать. Я взял? Прыгай. Я могу прыгать тоже за него. А я прыгучий котопёс. Блин, вечно я застрю в этих кабаках. Ну что, давайте я буду медленным шагом идти. Вот таким вот даже, как Робокоп, убийца. 5000 жизней, это вы меня сейчас вынесете. А ты чем стреляешь-то? О, мистер Фокс стреляет, там летал. Мистер Фокс, ну ты не попадаешь. Так, тебе на всякий случай говорю. Я пошел, я вспомнил, мне кое-куда надо. Так, сюда. Отлично. Серега, ты где? На башне. Да? Ну давай, будь на башне. Я там тебе сюрприз положил под ступеньками. Если кто-то сейчас взорвет из пацанов, я тебя не завидую. А как же мне активировать бомбу под башней? Серега, ты на большой бомбе стоишь. Так. А! Жгет бомба! Что это такое? Ах ты! Взорвалась моя бомба, не? Нет, не понял. А может я и не насрал? Да вроде бы насрал. Нету. Долбали, я сейчас банить буду. Серега, конечно. От таких боб надо банить. Ой, я пошел. Я забаню, задолбал убивать. Все, я пошел назад. О, красиво запрыгнул. Только как захватишься от фонаря, вечно получается круто. Где Дима? Я вам бомбы там поставил. Я что, не те бомбы кидаю вам? Тю, блин, я думаю, да что она не взрывается? Я не те бомбы вам сбрасываю. Вам везло все это время. Наверх посмотри. Ух ты, по башке бомбой убила. Это было, кстати, эпичненько. Надо валить, надо валить. Ой-ой-ой. Это что, две башни будем и будем бомбами перекидываться? Новый режим. Давай. О, стой, два, подожди. У меня есть, кстати, я хочу, знаешь, что кинуть? Такая, типа, мини-ядерная бомбочка. Ну, я думаю, это она. А это не она. Все, Гаррис Мот умер. Вот это жахнуло нормально. Кто у нас сегодня скромник? Ты сегодня у нас сиреноголовый. Ты, кстати, издалека из здания очень хорошо выглядишь. Мы будем выживать, и в какой-то момент мы будем использовать оружие, но пока мы просто повыживаем. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Все, можешь нас мочить. Погнали. Я из леса выйду. Да, давай как будто по сюжетке. Так, сейчас, погоди. Тут краб валяется. Чей-то. На голове всё, сидел. Я выхожу. Пацаны, можно разбегаться по всей карте. И, короче, можно сделать что хочешь, но только пока мисс не стрелять, не убивать. Потому что я знаю пацанов, которые его убьют за один выстрел. Пошел, пошел, пошел. Да ты Дима, честно. Я специально ждал момента, когда я забегу в здание, ты мне ничего не сделаешь. Так, пацаны, пацаны. Могу убить. А ну, о, знаешь, чтоб ты бил рукой, знаешь, надо сделать? Вот так, чтоб ты, а ну, мочкани мне рукой. Как стрелять? Вот. Нет, ты должен как-то рукой хватать и жрать вроде бы. Во, вот а так, да-да-да-да-да. Все, погнали. Вот теперь будет интереснее. Ого, ты, я думал, ты ему ляща дал. Дошли все сюда трое, давай. Кто? Скажу сразу, извините, немножко захриплый голос. У меня он сел, но уже восстанавливается все лучше и лучше. Завтра, надеюсь, уже будет мой фирменный смех. И сегодня даже, знаете, как мы сделаем? Это было смешно. Чтобы настроение людям как-то поднять, пусть мои ролики смотрят и улыбаются все люди. Батимас. Нет, ты меня не достанешь. Кстати, ты когда бьешь об асфальт,
Что-то происходит. Ты прикольные звуки издаешь. Ты убегаешь. Надо, чтобы ты убил кого-то и тоже стал... Короче, кого ты убьешь, тоже стоит сиреноголовым. Во, сожрала. Ага, гена, погнали. Чё? Они еще оружие используют с монтировкой быстро, так нечестно. Кто в меня стреляет? КП, если что, не отнимает. Надо и наказывать. Кстати, у тебя он медленно, да, походу? Да. Туда доберусь. О, Димон! Я прям рядышком специально, чтобы ты меня не достал. По собачка маленькая. Я тоже так думал. Мочи его, мочи, 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 мочи. Ай, еще чуть-чуть. Кстати, если вы проиграете, можно взять не только сиреноголового, можете любого монстра брать. А, подожди, я же умер, то есть я могу брать кого-то. Да, 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 мы любого монстра можешь брать и вселяться. Знаешь, как вселяться? Давай, любого бери. Будет прикольно. Ну, ребят, давайте сзади подходим. Опа-па, а я отскочил на пробельчик. Я рядышком прыгаю сиреноголовым. Он мне ничего и не может сделать сейчас. Стрелять уже можно, да? Нет, через... Первый пошел. Через полминуты можно будет мочить. Ну, еще рано. Хочу просто повыживать, побегать. Оп, это было рядом. О, давайте можно использовать монтировку только. Не, я не могу. Хп не сейчас. Да, наносит. Монтировку можете использовать. Но они все умрут. А ну, слышь, а ну не бей, дай проверить, я могу монтировку ударить. А ну, стой. По тыкве твой, ах ты говна. Ну, блин, так честно. Опа, пошел еще один монстр. Кто у нас еще быстрый? А почему я умер? У нас тут есть очень быстрый здесь. А чего ты умер, реально? О, я зайца возьму, додика. Блин, заяц, зодик, не доможет меня. Сейчас. Во. Так. Я заяц конченый, мне нравится. Погнали. Ой-ой-ой, круто бегаю. Нет, круто прыгаю. Да не, он рахитный какой-то. Слышь, он будет убивать нас, давай я отключу. Нет, этот заяц конченый. О, может реально в этой серии будем использовать гигантских? Ой, я за курицу. Ого, кабака. Ого! Вот это монстр! Ребята, ролик точно заслуживает лайкосика. Ну нифига себе, этот еще больше меня! Как дамажить вас? А, я убил кого-то, не? Но в него нельзя вселиться. Нельзя, да? Вот это гигант! Почему я такой медленный? Че я медленный такой? Опа, Димас! Смотри, как он быстро. Я вижу, надо его взять, да? Да, бери его, он быстро. Давай, вот это будет прикол. Кто за мной бегает, что за... Блин, я не могу вселиться. Ты там на цену нажми, там... На его... Не, он убегает от меня, подлюка. О, да. А ну-ка, Бенди, иди сюда, говна. Конечно, ну, слабо давай, бьет. Давай. Я, слышишь, я вообще не могу ему ударить нормально. Ай-яй-яй-яй-яй. Урон не проходит. Проходит, нормально все. Сейчас мы его догоним. Иди сюда, подлец. Слышь, не могу достать. Чуть-чуть не хватает чего-то. А вот так вот. Не такой уж ты и большой по сравнению, когда я взлетаю. Дамаж. Я не могу его поймать. Вот, я его сейчас убью. Ах ты, падла. Не, мне надо опускаться, что ли. Блин, ну так нечестно, по нему не попасть. Я еще карту взял здоровенную. Зато выживалки прикольные получаются. А, Нейдис, нет. Это тоже говно. А на вы вот... нажми, можешь приближаться. Отлетает. Меня ест. На что нажать? На В, просто на В нажми. Я из жопы теперь смотрю все. Спасибо за совет. Классная жопа у меня. Слушай, что с камерой? Если сиреноголову возьмешь, то это будет прикольно. Так, 35 уходим. Я сейчас кому-то леща. Да. На, ну-ка. Я уже подсказал. Все, я от первого лица играю. Ребята, смотри, как прикольно смотрится это все дело. На тебя говно смотришь на меня. Классно. Офигеть. Там мы убегаем. Черные маски. На, тебе еще смотришь. А я последний, что ли? Да, получается, ты самый лучший игрок. Нет, вот еще бегает черный. Слышь, я не могу быстро ходить, когда вы.
Или не? А, я фонара голового взял. Ну, додик. Куда, Паш? Он этот уходит от меня, этот подлец. Слышь, колбасит. А, все, пошел. Ой, тут отлично. Погоди, не ешь меня. Может, давайте сделаем эпические какие-то вещи в конце ролика? Вы готовы? Да. Хорошо. Не хотел я этого делать. Не хотел я этого делать. Ай. Надо еще чуть-чуть добавить, маловато. Ты готов? Ты будешь взрывать? Да. Давай, жахай. Только давай в ту сторону карты. Ой-ой-ой. Слышь, нифига, твоя бомба не взорвалась. Это не так. А-а-а, я знаю почему. Потому что он взял не с того пака. А вот. Вот. Блин, лимит на NTT стоит, говно. Сиреноголовый, загадывайте последнее желание ваше. Я полетел. Ух ты, вот это жесть. Я бомбу все, наверное, поудаляю. Это трэш. Ой-ой-ой, что творится? Мои бомбы летят, я вижу. Я знаю, где выход ситуации, ребята. Не, давайте подождем, что будет. Это жесть. Сундук, ты псих. Зачем такое делать? Мне нравится. Все, я очистил карту. Потому что это нереально просто было долго ждать. А ты что такое взорвал, что он так лагает? Надо отлететь просто подальше. Ой-ой-ой. Ты что взорвал такое, что оно так взорвалось? Скромник. Что это было такое? Слышь, мы таких еще взрывов реально не делали мощных, как этот. Просто на записи увидеть, что происходит. Это просто... Этот ролик стоит очень много тысяч лайков по-любому. Я отлетаю уже столько на шифт, а взрыв был такой здоровенный. Просто. Карту не видно. Карту не видно вообще. Офигеть. Давайте килл пропишем, как там. И я думаю, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!